Смотрите, какой я маленький, какой передо мной шарик. Вот такой я маленький, такой огромный мир. А я здесь вот такой точка. Вкусно и папа и точка, вот. Папа и точка, нет, папа и дочка. Ариша, привет! Привет! Заходи в игру, будем вместе делать роллы. Смотрите, вот девочка маленькая бежит, ребятки. Вот она, девочка. И я должен здесь ролл делать из города. Симулятор разрушения, но я буду делать типа снежок. Вот, например, яблоко, хоп, закатал. И мой этот стал побольше. Теперь беру стакан, попкорн, еще какую-то пачку. Ананас не попался еще. И вот так вот я начинаю увеличивать. Но я могу сделать улучшение за 50. Увеличил скорость. И еще раз. Так, смотрите, я стал чуть-чуть быстрее. Начинаю скручивать. Папа, и... привет! Привет, Ариша! Мы друг друга не можем? Хорошо. Да. Смотрите, какую фигню я уже накрутил, ребята. Вообще просто какая-то фигня. Ну, сейчас мы сюда еще накрутим банан. Молодец. Чувачка! Нет, чувачка пока не могу. Вот, стульчик не могу, вот это большой не могу. Короче, пока, ребят, всякий мусор. Ну да, действительно, смотрите, целый город, а на нем куча мусора валяется на дорогах. Если бы не я, все это так и валялось. Но я спасу город и закатаю сюда вот перец, например. Кошмар какой, что я накатал уже. Так, а где все это сдавать? О, я сдал, мне дали 25 монет. О, классно. Я могу, пока ничего не могу. Зато я мячик свой очистил. Вот теперь кофе замотал. Сок замотал, цветок не могу замотать. А как мне стать большим? Я бы хотел стать большим, пока непонятно. Аришка, здесь есть кто-нибудь большой? Не знаю, вроде нет. Полицейский бегает. Ладно, пока, ребят, буду собирать мусор. Аришка, если ты что-то узнаешь, обязательно сообщи. Нам с ребятами интересно, как же здесь вырасти. Ребят, смотрите, кусок бургера. Слушайте, он нормальный еще? Я, наверное, пока он крутится, буду немножко его кушать. Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Футболки и другая одежда коллекции «Приключения». В нее входят «Папа и дочки Десант», «Папа и дочки Дикий Запад» и «Папа и дочки Побег». Попробуй собрать всю коллекцию приключений. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папы и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества, посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. Так, собираем кофе, кофе, кофе. Может, мне надо сделать большой шар, тогда буду большие предметы закатывать или что? Ну да. Ты, у тебя получается? У тебя большой уже шар? Ну, нормальный такой. Сколько у тебя? 49. А, ну это еще не сильно большой. Так, а это что, конец карты или что? Я жду, когда я капусту смогу. О, я могу из города уйти, ну мне здесь. Капусту сможешь? Смогу, жду, когда. Ладно, давай, я пока это не могу, цветок не могу. Пока вот мелочевку всякую по одному собираю. О, что ты двойное собрал? Так, три, а нет, это просто два предмета сразу. 46. 47. Так, растет, растет мой большой шарик. Кажется, вот здесь вот грязновато. Дайте-ка я соберу. Вот. Почищу этот город от ужасного мусора. Собираю, собираю. Текс, текс, текс. Собрал. Вот, смотрите, ребят, здесь полный бардак. Здесь, наверное, кто-то пришел на пикник и оставил все за собой валяться. Ребята, если вы приезжаете с родителями или со знакомыми на пикник, то обязательно делайте за собой уборку. Иначе этот мусор валяться будет там вечно. И вы да. Все... Да, это будет некрасиво. Так, собираю. Оля, уже пиццы собираю. Что, все-таки размер имеет значение? Ну да. А мне казалось... Я капусту не могла. О, капусту собрал тоже. О! Ананас, ребята! Я начал расти реально, я расту вместе с этой штукой. Да ладно, ничего себе! Точно, ребята, теперь KFC могу собирать. Ничего себе! О, под машину уже не могу зайти.
Так, отлично, отлично. Смотрите, какой я большой собрал комок мусора. Так, вот теперь арбуз могу? Нет, арбуз вот еще пока не могу. Зато могу капусту, цветок, все те же продукты. И я уже почти полностью заполнил этот бар внизу. Да, я тоже почти. О, пицца. У нас почти одинаково. Да ты чё, это хорошо. А бега тут нет? Супербега нет, ребята. Да, я был намного меньше машин, ребята. Теперь я могу даже как будто пассажир машины быть. Ладно, ладно. И, кстати, я не вижу в этом городе какого-нибудь огромного человека. Вот я отодвигаю. Никого не видно. Ладно. Аришка, ты хоть где ходишь? Что там за здание? Я не знаю, где. Ты потерялась? Да. Заблудилась? Почти. Ладно. Так, прошелся. Есть! Я арбузы могу. Я какого-то человека сдвинул? И лимоны могу. Раньше он меня сдвигал, теперь я могу, ребят, сдвигать человека, хоть не собирая его. Да, я тоже лимоны собираю. Ура! Ой, все, максимум. Все, максималка, продаем. И надо О, подарок. X10 монет. Ладно, ребят, мне нужно улучшиться. Улучшить вместимость за 200 и скорость за 80. Теперь я могу насобирать больше предметов. Ну что ж, давайте на ускоренном я соберу 250 предметов, и Аришка тоже. Ты готова? Да. Погнали. Я снова достиг максимума. Смотрите, какую штуку я насобирал. Вот, целую тележку всякого бардака. Вот так вот я насобирал. Ну, придется все продать. 280 монет. Получить еще 10 монеток. И надо улучшаться. Я еще раз улучшу вместимость. И я, смотрите, снова малюсенький. Аришка, сколько у тебя уже вместимость? А я только дособирала. Только дособирала? Ну, давай, да. Увеличивайся тоже. И мы снова, ребята, продолжим увеличиваться. Только теперь еще быстрее, с еще большей скоростью, чтобы сразу потом посмотреть, какие мы будем на росте 300. Все, погнали. Ребятки, смотрите, какой я уже большой, какой у меня гигантский ком всякой помойки, которую насобирал. И снова я стал слишком большого размера. Все, ничего не собирается больше. Придется, ага, подарочек. Придется снова все продавать. Еще подарочки, отлично. Все продавать и улучшаться. 300 мы увеличили объем рюкзака и за 100 мы увеличили скорость. Теперь я стал еще быстрее. Ну что ж. Теперь я могу стать ростом 350. Интересно, какого я буду размера, когда сделаю 350. Но здесь я уже не буду, ребята, долго бегать, собирать. Я просто сейчас вам сразу покажу, бац, и у меня уже 350. Итак, волшебство. Считаем до 3. Вы ставите лайк, происходит волшебство. 1, 2, 3. И вот я уже стал 350-м. Вот, смотрите, я стал даже больше вот этого чувака. Все, он не может пройти сквозь меня, я его сейчас буду закатывать в сторону. Куда ты пошел? Ну-ка в сторону, вон туда. Все, он застрял. На крышу здания его сейчас отправлю. Ребята, я чувака катаю куда-то. Надо же, он все время ходит по каким-то своим делам. Ребят, я сегодня устал катать вот эти шары, собирать мусор. Я, конечно, хочу вырасти, знаете какого? Чтобы закатывать весь город. Но для этого мне нужно прокачиваться. Поэтому нужна твоя поддержка. Если видео наберет много просмотров, мы с Аришкой продолжим. Аришка, как у тебя дела? Все отлично. Супер. Уменьшаюсь, становлюсь лилипутиком. Получаю подарочек. Прокачиваюсь. И все. На сегодня все, ребят. Хорошие денечки. С канала Папа и Дочки. Всем пока. Так. Ладно, еще чуть-чуть покатаю. А ты уже установил игру 12 замков Папа и Дочки? Если да, то ты молодец. А если нет, то срочно скачай. У нас уже вышло 4 уровня. В первом уровне мы закрыли дом. Помоги нам найти все ключи. Во втором уровне мы ждем гостей. Но им не войти, дверь заперта. В
третьем уровне мы попали в тюрьму. Помоги нам сбежать. И в четвертом уровне у мамы в животике кто-то живет. Узнай, кто. Игру можно скачать в Play Market и App Store. Просто вводите «Папа и дочки 12 замков» и скачивайте. Каждый день невластно снимаем Роблокс игру, с утра запускаем. Рида, Арина с папой готовы, в путь отправляются снова и снова. Папа и дочки, команда мечты, вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создаем, вместе они сквозь время идут. Карты любые втроем покоряют, от учителя в школе быстро сбегают.